На телеканалі «Репортер» ми обговорюємо сьогоднішнє, зараз ми робимо цей запис 16 червня, сьогоднішню зустріч президента України з керівниками європейських держав. Політичний оглядач, журналіст, мій колега Денис Трубецький, радий вітати. Денисе, доброго вечора. Доброго вечора. Президенти Румунії, канцлер Німеччини, президент Франції, прем'єр-міністр Італії – дуже насичений день в Києві. Отже, по-перше, це історична подія, чи все ж таки ми дещо перебільшуємо цей візит, і він все ж таки має протокольний характер, так, підтримка, але без якоїсь такої конкретики. Перше враження. Ну, во-первых, особенно канцлер Германии Шольц подчеркивал на протяжении вот всех этих 112 дней до сегодняшнего, которая российская агрессия продолжается, что он не хочет ехать в Киев просто для того, чтобы провести здесь какую-то, не знаю, какую-то фотосъемку, то есть какую-то протокольную съемку. То есть, например, для него это было очень важно. Это, в принципе, сочеталось в том числе и с позицией господина Макрона, президента Франции. И я думаю, что, конечно, нельзя преуменьшать вот эту вот историю с тем, что все четыре лидера, естественно, поддержали то, что Украине необходимо дать статус кандидата в члены Европейского Союза. Тут, конечно, есть очень четкая позиция, она в том числе связана с тем, что конечно, там, допустим, страны на западном, на Балканах, на западных Балканах, они, конечно, уже очень долго тоже стоят в очереди, и здесь было бы неправильно, если бы, например, Украина получила какие-то особые условия. И это и Шольц, и Макрон, и все остальные тоже подчеркнули, что здесь условия должны быть одни для всех, но тем не менее это, естественно, очень важно, особенно с учетом того, что, ну, как мы понимаем, в Европейском Союзе даже в контексте предоставления статусов кандидата все-таки есть страны, которые сомневаются. Я думаю, что здесь очевидно, что Венгрия несколько противится, и есть еще позиция, насколько я понимаю, судя по сообщениям СМИ Нидерландов и Дании, которая, ну, спорная, и, конечно, это такой очень-очень важный, серьезный сигнал, и опять-таки, мы, конечно, все прекрасно понимаем, что для Украины сейчас гораздо важнее поставки вооружений. Это ясно, это понятно, но с учетом того, какой большой путь проделала Украина, ну, скажем, примерно с 2010 года на пути сначала к ассоциации, потом вот к статусу кандидата, это важнейший символический момент все-таки, и это меня, конечно, радует. Что касается темы с поставками вооружения, очевидно, очень важной, я не могу сказать, что здесь прозвучало что-то потрясающе новое, то есть тут есть позиция Франции, которая меня все-таки в позитивном смысле удивила, то есть французский президент Макрон, во-первых, он достаточно четко заявил о том, что Франция будет, ну, Европа вообще в целом будет поддерживать Украину до победы. Это такой немножко новый тон, который немножко отличается от такого более, как бы так сформулировать, умеренного тона, который раньше был у Макрона, и тут тоже было объявлено о поставках новых 6 гаубиц Сезар, которые очень, очень важны, по-моему, до этого 12 были, а теперь уже вот еще 6 будут. С точки зрения Германии, впрочем, мы тут чего-то нового от Шольца не услышали, то есть все в рамках того, что уже так или иначе было объявлено. Я пока не знаю, как на самом деле это оценивать, потому что, честно говоря, ну, далеко не все, ну, тоже прекрасно понимаем, что далеко не все, что поставляется, да, об этом объявляется так или иначе заранее, поэтому тут должно пройти какое-то время, прежде чем мы поймем, что вышло из этой встречи. Но если, так сказать, вот этот общий ответ на вопрос просуммировать, то я бы сказал, что это не просто символическая встреча, и тут есть важные сигналы, сигналы, которые несколько удивили. Возможно, это не совсем то, чего ждали украинцы. Украинцы, возможно, ждали какого-то совершенно такого большого, ну, чего-то совершенно такого большого, крутого и совсем значимого, но, тем не менее, это не просто протокольная встреча. Останнім часом, ну, мені так здавалося, що наші оглядачі, ну, і диванні критики, аналітики, ну, і більш освічені люди, вони, ну, дещо так, сидячи в Україні, ну, образливо відносилися до Макрона, особливо до Шольца. Ну, мені так здавалося, тому що, ну, риторика була така, що
ну, вишукувались такі не досить приємні речі в висловлюваннях, і потім це так мусолювалось і подавалося, що це вже і не друзі наші, а взагалі вони там щось заграють, думають про те, як обійти там санкції, як знайти спільну мову там з агресором. Чи все ж таки це була така правильна риторика і потрібно було, ну, дійсно жорстко з керівниками країн, з лідерами старої Європи, старого світу? Это вопрос интересный. Конечно, я здесь всегда наблюдал, что, скажем так, ожидания от Германии очень высоки. Они, мне кажется, очень серьезно связаны с тем, что многие украинцы, ну, возможно, это меньше связано с Францией, а именно что с Германией, опять-таки, ну, многие украинцы имеют очень высокое мнение, в принципе, о Германии, считают Германию высокофункционирующей, хорошо функционирующей страной. И тут были, мне кажется, вот немножко даже завышенные ожидания от того, что, в принципе, Германия может поставить Украине. И, конечно, как бы простой украинец тоже, наверное, не совсем всем понимают, что там немецкая армия, то есть Бундесвер, он, возможно, немножко не в том состоянии, в котором они себе это представляют, это ясно, да? Но где-то, конечно, скепсис, ну, понятен, потому что, ну, особенно, опять-таки, в отношении Германии, потому что все-таки было заметно, что по многим пунктам санкций Германия – это одна из таких последних преград, которую там необходимо было преодолеть для того, чтобы принять какие-то решения. Но мне кажется, что это немножко в прошлом, сейчас санкции блокируют немножко другие страны и какие-то продвижения, ну, страны, которые я уже назвал. Естественно, я считаю, в принципе, что такая довольно жесткая риторика и такая уверенная в себе внешняя политика Украины, которая наблюдается не только с началом полномасштабной агрессии России, а в принципе, ну, с какого-то момента после того, как Зеленский пришел к власти, не прямо сразу, но через какое-то время. Я всегда рассматривал это как позитивный момент. Украина себя показывает здесь как субъект внешней политики, а не как объект внешней политики. Это очень важно. Тут можно говорить где-то про определенные перегибы на местах. Мне кажется, что если говорить, опять-таки, про пример Германии, то та политика, которую проводит в Берлине посол Украины Андрей Мельник, она, с одной стороны, очень важная. То есть он, ну, это действительно, тут многие украинцы, с которыми я разговаривал, действительно удивляются этому, но вот Мельник – это вот человек, которого знают в Германии буквально все, кто интересуется политикой. Это правда. То есть человек присутствует абсолютно везде, и, возможно, это самый известный иностранный посол в истории Германии, я не преувеличиваю, это действительно так, и на самом деле половина читательских писем, которые мне так или иначе приходят, они в них так или иначе упоминаются посол Мельник, и мне кажется, что это, что он создает важный дискурс там. Мне кажется, что какие-то там моменты, когда вот президент Германии Штайнмайер развинился за свою предыдущую политику в отношении России, это произошло во многом из-за того, что Мельник очень долго, последовательно и постоянно поднимал этот вопрос. Вопросы вроде поставок вооружения где-то тоже сдвигались с места именно из-за того, что Мельник об этом очень громко говорил. Там была, например, история с вот этими вот ракетными, вот этими самодвижущимися установками «Гепард», которые как бы Германия готова поставлять, но своей амуниции у них не было, и там были большие проблемы с тем, чтобы найти эту амуницию, потому что Швейцария блокировала, в Латинской Америке было сложно найти, и что-то нашли и наскребли, как мне кажется, в том числе из-за того, что, ну, Мельник действительно создал такой серьезный шум по этому поводу. Это все позитивно, но здесь важно не перегибать палку, это тоже важно. И там были периодически высказывания от него, которые, ну, не были совсем корректны, в том числе в контексте отношения к украинским беженцам в Германии. Я тут не хочу сказать, что нет никаких проблем, но просто в целом там до миллиона людей в стране, общество очень сильно помогает, государство там при всей бюрократии. Понятно, что для украинцев тоже это очень сложная такая история, перейти от... И тут я тоже ни в коей степени не преувеличиваю, вот от дигитального государства, от ДИИ, от всех этих вещей,
к такой все-таки рудиментарной немецкой бюрократии. И повторюсь, там ксенофобские какие-то проблемы, они бывают, особенно с учетом того, что украинцев действительно много, но там есть и очень серьезная такая поддержка со стороны гражданского общества. Это важно, это действительно ангажируют себя немцы очень конкретно, и здесь, конечно, важно не принижать это какими-то странными высказываниями. Вот эта тонкая грань здесь необходима. Повторюсь, в целом, я считаю, что довольно жесткая риторика довольно много чего продвинула. Так, я саме стосовно позиції пана Мельника хотів запитати, я читав твої думки з приводу цього, але сьогодні теж наткнувся на таку інформацію, що так, пан Мельник дуже активний, іноді це, ну, дійсно плюс, я погоджуюсь, але було таке дорікання саме роботі посольства України в Німеччині, мовляв, люди, наші співвітчизники, яких дійсно багато, вони не можуть там, ну, достучатися, там дуже багато черги, неефективно працюють. Тобто не завжди посольство виконує свою основну роботу. Ну, я теж вважаю, що це основна робота. Так, Мельник, він дійсно добре відстоює інтереси держави України, але інтереси українців в Німеччині, ось тут є питання у пересічних громадян, які приходять в коменти і поки що так легенько дорікають. Ну, посольство и консульство, естественно, перегружены, это понятно. Я нарекания тоже слышу, и тут, конечно, тоже есть вопрос в том, ну, насколько люди концентрируются больше на пиаре в каких-то моментах, чем на своих непосредственных обязанностях, но все-таки каких-то критических совсем моментов, ну, какие-то совсем ужасные вещи мне неизвестны. Мне кажется, все-таки, что работают в меру тех обстоятельств, которые сложились сравнительно профессионально. Но опять-таки это вопросы даже меньше где-то самого посольства, сколько многих, ну, нескольких консульств Украины, которые в Германии. Там, честно говоря, в каждом из них немножко разная история. Кто-то работает лучше, кто-то работает хуже. Но я согласен, что где-то можно было бы немножко сменить приоритеты в пользу непосредственно украинцев. Но тут тоже нужно еще понимать, что, в принципе, тут немецкое государство, ну, если брать людей, которые прибыли в Украину, которые там сейчас находятся в процессе получения статуса беженца. Конечно, украинские представительства, они стараются помогать как могут, но тут очень много лежит на немецкой стороне, и, по сути, в принципе, мяч лежит на немецкой стороне. А там, опять-таки, проблем с бюрократией хватает, хотя по меркам немецкой бюрократии, по меркам того, как это часто происходило с беженцами из других стран, ну, процедура довольно сильно упрощена. Ми багато чуємо останні тижні, і це зрозуміло, що світ, Європа, зокрема, вони мають таку втому від того, що відбувається в Україні, це зрозуміло, не маємо права засуджувати, але все ж таки потрібно якось залишати, ну, інтерес, зацікавлення до війни, до цього жахіття, що твориться Російська Федерація в Україні. Це важке питання, як це робити взагалі. Так, ну, ми повинні спокійно ставитись з одного боку до того, що в пресі, ну, значно менше приділяється увазі, але потрібно говорити, потрібно тримати, ну, якийсь там мінімум хоча б зацікавленості до того, що відбувається в Україні, тому що, ну, кількість ракетних обстрілів, вона не зменшується, кількість там ті розрухи, що несе Росія, там Миколаївщина, Дніпропетровщина, ну, я вже мовчу про схід України, воно нікуди не поділося. Але як зберегти увагу, хоча б мінімальну, наших європейських друзів до цього? Я думаю, что какое-то минимальное внимание в любом случае будет так или иначе оставаться. То есть мы должны понимать, что, естественно, какого-то там совсем большого продолжительного ультраинтереса, который был непосредственно на момент начала вот этого большого вторжения России, это вряд ли повторится. То есть будут какие-то всплески интереса, которые будут связаны с какими-то событиями, которые, ну, боюсь, будут не очень хорошими. Но мы знаем, как функционируют, в принципе, новости и как функционирует интерес людей, плохие новости, конечно, интересуют людей больше, чем хорошие, это правда, это то, что мы как бы на протяжении, мне кажется, всего существования человечества знаем. Что, мне кажется, очень важным избежать, это постоянно, на
настолько спокойно, на самом деле, насколько это возможно, где-то с эмоциональными нотками, но именно так приземленно, скажем так, пояснять, почему какие-то там варианты вроде Минск-3, они не находятся, допустим, в стратегических интересах той же Франции или Германии. Для меня кажется, это, ну, и это, честно говоря, один из важнейших элементов моей работы, просто потому что я понимаю вот эту вот европейскую позицию человека, который, конечно, вроде как и солидарен с Украиной, но который видит, что там цены растут, бензин становится дороже, инфляция, вот все эти моменты, которые, естественно, влияют. Да, вот тут важно, конечно, настолько понятно, насколько это возможно объяснять, почему там Минск-3 не только Украине самой ничего не даст, а почему это там Германия или Франция, ну, может, даст какую-то передышку на пару лет, то как бы после этого Россия снова восстановится и, скорее всего, снова нападет. Мне кажется, после того опыта, который у нас был между 2014 и 2022 годом, да, тут все понятно, и опять-таки тут важно объяснять какие-то вещи там вроде что такое Будапештский меморандум, почему не работали вторые Минские соглашения, в чем здесь были проблемы и так далее. То есть понятно, что все дискуссии там и вопросы, которые часто задаются, и многие моменты, которые так или иначе подыгрываются российской пропагандой, что тоже в немецком общественном дискурсе особенно заметно, понятно, что они могут нервировать, понятно, что они могут там раздражать. Я тоже эти вещи часто эмоционально воспринимаю, и там и существует, естественно, до сих пор куча стереотипов про Украину, которые так или иначе связаны там с пророссийскостью якобы части регионов и вот со всеми этими моментами, но вот лично линия, которую я для себя выбираю, это такое спокойствие, где надо, естественно, какие-то эмоции, где надо... Я все-таки, кстати говоря, очень... Ну, рад — это неправильное слово, но, насколько мне известно, посещение сегодня канцлером Шольцем, как минимум, Ирпеня, ну, вообще любого из этих вот северо-западных предместий Киева, Буча, Ирпень, Гостомель, вот ничего из этого изначально запланировано не было, потом примерная программа его визита была там слита немецкой газеты «Тагесшпигель», и потом уже появился вот этот визит в Ирпень, и я считаю это тоже, честно говоря, очень важным, потому что как бы вроде это какая-то такая, тоже не поймите меня неправильно, немножко избитая тема, а с другой стороны это, ну, все-таки увидеть это своими глазами, немножко поговорить с людьми и так далее, это тебя немного выдергивает из этой реальности, которая так или иначе там существует в том более-менее комфортном немецком кабинете, да, или там французском, и это немаловажно. И тут, кстати говоря, хотел бы все-таки сказать, что вот многие коллеги, не только коллеги, многие знакомые из Германии, в принципе, из немецкоязычных стран, они приезжали в последние недели там, в Киев, в принципе, в Украину, со многими из них встречался. И хотя тут жизнь выглядит достаточно нормально уже, конечно, там не то, что там 2 месяца назад, но тем не менее они попадали в новую для себя реальность. Это производило на них все-таки довольно приличное впечатление, и там воздушные тревоги, какие-то там блокпосты, и, в принципе, вероятность того, вот эта постоянная вероятность того, что ракета упадет на город, и то, что ты не в полной безопасности. И к чему я это все веду? Не хочу прям никого там прям призывать приезжать в Украину, но все-таки в стране довольно много мест, где относительно безопасно. Если там ваши знакомые из Европы хотят приехать, мне кажется, это очень полезный экспириенс, потому что все равно там ты и во Львове, и в каком-нибудь Тернополе, и в Киеве, ты все равно чувствуешь то, что происходит, но не говоря уже, конечно, про Одессу. Ще таке питання хотів поставити. Ти сам щойно сказав, що спілкувався з колегами з Німеччини, журналісти, німецькі журналісти, зокрема, це ну, дзеркало нації. Тому хотів би спитати, що для німецьких громадян, хто для німецьких громадян Путін та його оточення? Сьогодні, 4 місяці майже минуло, з початку війни, як вони сприймають цю категорію, так би мовити, людей?
Ну, конечно, воспринимать журналистов как какое-то зеркало нации довольно сложно, потому что это, ну, в случае с Германией я бы сказал так, ну, все там разные там закрытые социологические опросы по журналистам и так далее, они все-таки показывают, что, ну, большинство современных немецких журналистов склоняются к тому, чтобы голосовать за зеленых. Это такая довольно прогрессивная партия, которая в том числе и очень конкретную такую позицию в отношении Украины занимает, в том числе до начала полномасштабной агрессии. Ну, Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел, она, например, представляет зеленых. И у меня, конечно, есть ощущение, что, ну, в среде журналистов то, что происходит, понимают очень хорошо, очень хорошо понимаю, кто такой Путин, и я в приватных беседах слышу, на самом деле, очень много слов, которых они, конечно, не допускают в своей работе. Я имею в виду там слово на букву «Х» и цитату про русский военный корабль и прочие подобные моменты. То есть я, допустим, даже знаю швейцарского... Адекватно сприйняття цієї категорії людей, я б так сказав. Ну, мені було реально цікаво некоторое время назад встретиться со своим швейцарским коллегой, не буду его называть поименно, но с очень таким известным швейцарским коллегой, который долгое время работал корреспондентом в Москве, который, кстати говоря, женат на австрийке, но при этом у него у сына и дочки русские имена. Из-за этой связи. И вот от него я едва ли не больше всего слышал вот этих вот там, услышал вот этого вот адекватного восприятия, и это, конечно, ну, интересный момент, как минимум. Но если говорить в целом, конечно, есть у людей, я сейчас не говорю про большинство, я думаю, что большинство в той же Германии тоже понимает, что вину за эту войну несет этот человек по имени Владимир Путин, ну и все-таки в приличной степени российское общество, на мой взгляд, тоже. Но, конечно, все равно есть какие-то поползновения к тому, чтобы как-то найти объяснение, что не все так однозначно, найти в такой довольно однозначной ситуации, которая, честно скажу, как журналист, меня тоже поражает. Я не думал, что может быть такая история, когда просто одна страна совершенно беспричинно полномасштабно нападает на другую, потому что, ну, у тебя же есть там какое-то критическое мышление, и ты про себя всегда думаешь, что, ну, да, тут вдруг внезапно, ну, просто человек хочет уничтожить другую страну, просто потому что она ему не нравится. Это, конечно, я понимаю, почему это не вписывается в представление многих людей. Я хочу это подчеркнуть. Но это, конечно, немножко влияет, когда, ну, все-таки ряд людей пытается искать причины там в политике НАТО и в политике там Европейского Союза, во внутренних процессах в Украине и так далее. Хотя какой в этом смысл, особенно, ну, я просто не знаю. Вот здесь, тоже возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, я бы еще отметил, что вот важно очень четко, важно не давать людям загнать себя в российский дискурс, вернее, даже увлечься этим дискурсом, увлечься всем этим whataboutism, потому что как бы есть такие вещи, как, допустим, речь Путина об Украине 21 февраля, есть вот это вот его прекрасное выступление про Петра Первого, где, в принципе, он очень четко говорит, чем он хочет заниматься в Украине. И вот эти моменты, вот, это тоже важная часть, даже где-то не моя работа, а чисто вот моего общения с немцами там, в том же Твиттере и так далее, вот, указывает на такие моменты, тоже по возможности спокойно, для того, чтобы, ну, дать людям понять, что опять-таки вся эта история про расширение НАТО, про то, что там у нас там все на границах. Ну, тут позиция России по этому поводу меняется 380 раз в году. Там, как бы, вроде как война из-за того, что НАТО расширяется, а вроде как то, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО, уже как бы не проблема. А то, что Украина как бы не вступит в НАТО, скорее всего, там не проблема и так далее. Вот эти вещи нужно достаточно четко давать понимать. И тут, конечно, есть определенные сомнения. Но завершая ответ на этот вопрос, я хотел бы все-таки сказать, что как минимум на первом этапе эта война для многих людей стала шоком.
И, конечно, отношение к Путину стало в целом крайне негативным, хотя вот этот вот коренной антиамериканизм немецкого общества, он ну, давал какие-то лишние симпатии России, то есть это даже где-то не пророссийские настроения часто, а именно вот этот вот антиамериканизм, который тоже непонятно откуда берется, ибо как бы все-таки восстановление Германии США сыграло большую роль. Такой длинный ответ, но я надеюсь, из него можно было вынести какое-то такое рациональное зерно, потому что, конечно, любое общество, оно очень, очень неоднородно. Еще питание про твои спостереження. Чи не спостерігав ти, ну, коли спілкуєшся з західними колегами, не тільки журналістами, таку ідею, її багато теж розповсюджують, що ось старий світ і лідери Євросоюзу купуючи паливо у Росії кожного дня, продовжують спонсувати війну. Так, це таке попсове, можливо, попсова така заява, але вона теж фігурує. Я не можу не поставити тобі питання, оскільки ти спостерігаєш за тим, що відбувається в Європі. Ну, мне очень жаль, что шестой санкционный пакет, вот предыдущий, где частичная эмбарго на нефть с России, был принят с таким скрипом, с, там, с приличным количеством исключений. Я считаю, что нужно отталкиваться, и это тоже мнение многих людей, в первую очередь в Германии, опять-таки, люди считают, что нужно, конечно, отталкиваться от реальности. Нужно понимать, что быстрая полноценная эмбарго на российский газ – это очень, очень сложно. Но есть тема с нефтью. Никакой проблемы для Германии в том, чтобы, ну и для большинства, на самом деле, стран Евросоюза, в том, чтобы быстро заменить российскую нефть, нет. То есть, если с газом ситуация такая, что ну, ряд отраслей промышленности действительно столкнутся с огромными проблемами, то в том, чтобы заменить российскую нефть, для Германии проблем нет. Поэтому, вот, как минимум, люди, с которыми я обычно общаюсь довольно близко, они считают здесь такую сдержанную позицию достаточно позорной. И, естественно, тут тоже еще очень важный момент. Ну, Россия эту конъюнктуру рынка, прежде чем начать эту войну, конечно, понимала. То есть Россия понимала, ну, тут нужно понимать очень глобально, что для России 2022 год должен был стать самым экономически успешным, по-моему, с 2007-го. Украина, кстати говоря, ситуация очень похожа, ну, не настолько далеко, ну, где-то с 2013 года для Украины тоже этот год должен был стать экономически самым успешным. И что здесь сделала бы нормальная страна на месте России? Ну, развивала бы экономику свою, там, инвестировала и так далее. Что сделала Россия? Ну, решили, что вот, ну, благоприятный экономический момент для того, чтобы напасть на Украину, для того, чтобы как бы последствия для экономики они были меньше, да. И тут нужно понимать, что последствия все равно серьезные. Последствия все равно очень, очень серьезные, особенно осенью это будет, ну, это почувствуют, но они все-таки, на мой взгляд, недостаточны для того, чтобы поставить, скажем так, российскую экономику совсем на колени. Я думаю, что здесь в Украине звучит слишком много оптимистических ноток, то есть я не экономист, но, в принципе, все там серьезные экономисты, серьезные эксперты, с которыми я разговариваю, говорят о том, что, ну, эффект будет, особенно через пару месяцев, но он, наверное, не будет таким, каким он бы ожидался, естественно, там, силу цен там, на нефть, на газ. Сейчас Россия все равно получает очень, очень много денег. И хотя я тоже и в дискуссиях и так далее, я не склонен к тому, чтобы требовать чего-то невозможного, я считаю, что политика санкций в целом могла бы быть гораздо более решительной, и все-таки, ну, в Германии довольно много людей это разделяют. То есть у меня есть ощущение, что здесь есть, конечно, там, в плане пацифизма и так далее, есть много дискуссий на тему того, что поставлять там тяжелое вооружение Украине или нет. Естественно, история Германии делает тоже автоматически эту тему очень сложной. И там, ну, очень легкое преимущество за то, чтобы поставлять. Да, но дискуссия по этому поводу очень серьезная. Если мы посмотрим на опросы общественного мнения по поводу санкций, опять-таки повторюсь, несмотря на то, что
люди, конечно, начинают замечать экономические последствия, в том числе и для Германии, касается, опять-таки, там и Франции, и остальных стран, но поддержка санкционной политики, она очень большая, и самое главное, все-таки вот то, что Германия при всех многолетних разговорах о том, что Берлин делает все для того, чтобы диверсифицировать поставки и так далее, есть очень серьезная критика того, что Германия оказалась настолько зависима от российского газа в первую очередь. Это очень важный критический пункт в обществе, и это на самом деле... На самом деле это все-таки такой предмет приличных внутриполитических разборок. Как получилось, мы разговаривали, там, не знаю, 15 лет о том, что мы делаем все для того, чтобы не так зависеть от российского газа, а мы оказались вот этой ситуации, где вот просто так взять и уйти от него мы не можем. И здесь опять-таки, особенно там позиции... Ну, меня в этом плане действительно радует. Я, может быть, там не самый большой фанат зеленых как партии в принципе, но меня радует, что они на довольно ключевых постах присутствуют в правительстве. Там министр финансов Роберт Хабек очень, очень активно, реалистично, но очень активно и четко высказывается по этой теме. Ну, дискуссия, естественно, серьезная, и мне кажется, что многие люди понимают, что вот этой политикой частично были какие-то построены струны для того, чтобы эта война в таком формате началась. И еще, конечно, тут тоже сложно, потому что общество, опять-таки, как я уже не раз сказал, неоднородное. Мне кажется, что вот немножко не хватает все равно самокритики этой истории, этой дискуссии. Почему? Потому что, конечно, и тут, опять-таки, очень важно всегда повторять, что ответственность за эту войну, естественно, несет Владимир Путин, ответственность за эту войну, естественно, несет Россия, но, и это очень важное но, как бы отсутствие серьезных санкций за аннексию Крыма, отсутствие серьезных санкций за начало войны на Донбассе, в принципе, то, что какие-то более-менее серьезные санкции появились только после того, как сбили малазийский Боинг, события, достаточно случайное, конечно, да, и, в принципе, скорее всего, если бы этого не было, то Россия вообще бы со всем этим проскочила. И как бы, если бы часть тех санкций, которые вводились за последние месяцы, была введена в первые дни аннексии Крыма, мы бы, конечно, имели немножко другую ситуацию. Второй момент, зеленый свет для «Северного потока-2» в 2015 году, да, после, опять-таки, аннексии Крыма, войны на Донбассе и так далее. Это no-go, и я здесь все-таки, такой полноценно, искренне, самокритичной дискуссии не вижу. То есть, как бы, когда, допустим, Ангела Меркель, на прошлой неделе или там на позапрошлой неделе впервые полноценно выступала, да, впервые дала такое полноценное интервью. До этого это тоже для нее немножко было, она, конечно, куда более авторитетный человек, чем канцлер Шольц, и там, любое ее высказывание было бы, наверное, в какой-то степени тоже вмешательством в политику Шольца, да. Но она тоже как бы сказала, что да, там санкции должны были быть более серьезными, но она не видит каких-то там ошибок, что она ставила на дипломатию, да, это не ошибка, и она не чувствует себя какой-то необходимости за это по-настоящему извиняться. И это, это немножечко отображает всю дискуссию в обществе. То есть, да, мы понимаем, что мы поступали как бы неправильно, но как бы полностью это признать. И я тоже, я не жду от Ангелы Меркель того, что она там, выйдет в прессе и скажет, что вот, ребята, я там все сделал неправильно, я извиняюсь, я каюсь и так далее, но вот самокритики все равно здесь не хватает, и, повторюсь, в обществе это тоже заметно. Дякую, Денис, довольно змістовна розмова щодо важливої події, яка відбулася в Києві 16 червня. Чекаємо на результати, чекаємо на скорішу перемогу. Я думаю, що ми обов'язково найближчим часом також зв'яжемось і поспілкуємось. Обговоримо чергову реакцію Європи, і України на те, що відбувається. Дякую. Дякую, я також був дуже радий. Слава Україні. Героям слава.